Салам алейкум, дустони азиз. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Kia K5, 2017 год, 2 литра бензин. Full комплектация. Можно смотреть. Я обошел вокруг толщиномера. Машина в идеальном состоянии. Она не битая, но крашена вот это крыло. Просто крашена, она не битая. Ее, по ходу дела, заменили. Но то, что крашена, крашена. Бачо я здесь большинча пушкача. Машина как пушка. Это самая максимальная комплектация. Полный бесключевой доступ. Вот. Сзади старинная часть. С этой стороны. Машина в хорошем состоянии. Полный панорама. Кожаный салон. Электропакет. Смотрите, какой ключ у него. 93 тысячи пробег. Пожалуйста. Складываются зеркала. Все хорошо. Панорама. Все работает. Все отлично работает. Отлично все работает. Открывается. Закрывается. Так, двухзонный климат-контроль. Так, задняя камера. Так, все отлично. Так, обогрев, подогрев сидений, охлаждающий. Тоже вот вентиляция с подогревом. Подогрев руля. Так, капель, да? Такие значки только на GT Line. Очень хорошая комплектация машины. Руль тоже не притерти. Классно. 17-й год. Чисто 17-й год. По бирке. По все остальное. Там сидим, смотрите. Видите, как складываешь. Захотел поспать, дорогой? Ложись. И спокойной ночи тебе. Сон сладкий. Бардо. Полный электрический сиденье. Все чики-чики, шторки. О, открывается. Музыка работает. Чана-чана. Гуляем. Все хорошо. Бородан, мошенчай, но знак. Цена данный автомобиль Южной Кореи $12,500. Без проблем. Все отлично, все аккуратно, чистенький. Старт, стоп. Бачо, тавсиям этим машинчай хардори куни. $12,500 бе машин машини. Хубас. Нагзас, тузас. Вам такой ключ подарю. Это ключ от этой машины. Так. Смотрим багажник, электрический багаж. Все отлично. К5. Бардро джиранчи, джиранчи тоза. Вообще гамнадора машин ба. Растаможка я машин. Бардро Россия примерно. $5,700 Рахпли то Москве, сию 700. Хей, дальше гам мы заним бардро. Зан заним, ватсапо плюс хав. 929, 529 чиляк. Мотор ровно кормит на. Четко, я говорю, хилин, би нагрузка. Зеркало шам полный кормит на.
очень хорошо работает, набирает. Вот, смотри. Все. Проблем нет. Я всегда жду до тех пор, пока так, температура двигателя не достигнет уровня нормы. Тогда начну газовать. Вообще машина на холостой ход не надо газовать. Это не рекомендует завод. Кондиционерыш ях болим. Кайф мы, конечно, Ренар. Микшей. Вот так микшей идет. Карта память нам бит мемуни. Флешка чай мемуни. Тамам хоча азалши шоде гушкара. Жиранче. Майда-майда такси зада мегалин. Ким бихват бародро? Машини арзун бародро, машини бехтарин. Хожин и салон, хама джиата. Ин сиди никой кафош. Высоко следишь, далеко глядишь. Махкам к нам. Кой да его, як-то чиф, позак на камхас. Худо не габони, харя, кое-катон бардро. Лайкуя за ним, да, скорее фармуш на коне. Мандар, хизмет шумом.